Спасибо большое за виртуальный микрофон. Со мной еще находится Катя из нашей суполки, которая тоже очень хорошо и интенсивно работает над нашим проектом Народного посольства. Дорогие друзья, сегодня белорусский народ не требует ничего радикального. Он требует таких базовых для всех демократических стран вещей, как право самим выбирать своих лидеров. Мы знаем, что абсолютное число белорусов на выборах 9 августа высказало поддержку Светланы Тихановской, единственными требованиями которой было освобождение всех политзаключенных и проведение свободных выборов. Диктаторский режим, удерживающий власть в Беларуси при помощи насилия, террора, нелегитимен с точки зрения Швеции, нелегитимен с точки зрения Евросоюза, США, Канады и, самое главное, нелегитимен с точки зрения белорусского народа. Да, и сегодня мы открываем Народное посольство Беларуси, чтобы представлять интересы белорусского народа, а не режима, жестоко насилующего этот народ. И Dag Epnervi and Folk Ambassad of Belarus и Sweden. Живе Беларусь! Живе вечно!